Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, ежедневные награды за Лигу Сёгунов забрал. Так, быстренько пробежимся по заданиям. Открыть колоду. Давай посмотрим, кто у нас тут. Ага, пульверизатор. Ну, допустим. Пойдем дальше на серию испытаний. Тут совсем немножко осталось, и пройдем, ребят. Бакстер, Армагон, Донни, Крэнк и плюс... Возьму Джастина здесь. Хочу взять, ребята, здесь Джастина. Так сказать, пощекотать себе нервы. Я знаю, что этот Джастин никудышный, но... Думаю, Армагон... Так, смотри, они как будто знают, что Джастин самый слабый здесь. И они начинают его атаковать. По априори так оно и есть. Так, ну Крэнк, я думаю, в обиду никого не даст, да? Тыдыч. Так, а давай ракетами, наверное, бомбанем. Змейка Вьюна, отлично. Ну, а здесь уже пойдет просто элементарная... Ага. Элементарная добивка. А тот вот по степенке, да, по ходу дела, копыта отдал. Ну что, Армагон, давай. Твой шанс выпендриться. Тыдыч. Слушай, неплохо выпендрился. Змейка Вьюна мстим. Так, ну и Крису Брэдфорду, естественно, тоже прилетает огромной клешней от Бакстера Стокмана. Ну что, серия испытаний пройдена. Я думаю, наверное, завтра, или не завтра, точнее, а в следующей серии, скорее всего, мы сможем допройти полностью. Раз, два, три, четыре, пять. Пять поединков всего-то надо. Так что, ребят, не вижу никаких проблем. Так, а теперь пошли искать на нашего кожеголового нужные нам элементы. Катушки нам нужны, да? Две штуки. Раз. Два. Две катушки, и остальное это, по-моему, ящики с подожди. А, нет, нет. Знаки, номера. Так, автомобильный номер. Один. Десять, да, нужно? Два. Три. 4. Так, 4. 5. Ну давай, давай, не скупись. 6. 7. 8. 9. И последний, 10, давай. Все, ребят, 10 номеров нашли. Прокачиваем до 4 ступени. 60% вероятность. Неплохо, я тебе скажу. Неплохо, это больше, чем половину. Так, поднять уровень персонажа. Ну, вряд ли я сейчас смогу, потому что не хватит у меня мутагена. А вот турнирочку. Смотри, уже в Лиге Сёгунов 3 звезды, ребят. Быстро, очень быстро скидывают нас. Я бы сказал, даже моментально. Ну что, 43, 44 и 45 уровень у них. Попробуем своими силами, ребят. Пока без применения каких-то хайповых наших бойцов. Своими силенками. Это, конечно, очень будет сложно. Но я думаю, что возможно. Уже я сомневаюсь, что будет возможно. Ну-ка, давай, Кейси. Сплинтер хотя бы уж это есть. Молодец. Так, теперь... Блин, попробуем Донни. Давай, бросай гранату эту. Отлично. Добьешь, Эйприл? Ох, красота-то моя ненаглядная. Теперь дрона. И остается лишь Рокстеди. Ну, с ним-то мы разберемся. Все, ребят. Так, неплохое начало. Справились. Я бы даже не сказал бы, что мы тут с тобой сильно там пыхтели или еще что-нибудь, да? Бой был довольно легкий. Но это пока. 30-я позиция. Смотрим дальше. Так, 14... О, 15-19. Замечательно. Уровень, ну, не выше 50-го. Но опять же, сплинтер здесь. Хана возьмем. Хан пойдет у нас как дебафер. В первую очередь задебафим вражескую команду, а потом уже будем ее потихонечку разбирать. И надо будет, наверное, Шреддера здесь ушатывать. Почему его? Он хиляет. А нам хилы не нужны. Все-таки хильнул. Ну ладно, фиг с ним. Пускай потратит лучше на самого себя. Вот сейчас, конечно, сплинтер прибежит и сдачи даст.
Но он промазал. Погнали далее. Так. Шреддер падает. Ну что, 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 что начинается у вас тут? Посмотри, кого они бомбят. Они начинают бомбить мне моего Бибопа. Пробьешь Сплинтера? Не-а. А у нас что, массовых атак вообще нету, что ли? Я не пойму. Да иди ты в пень, ты что, серьезно, что ли, сейчас, блин? Сел и промахнулся еще. Эй! А, у него уклонение стоит. Слушай, надо хиляться тогда, получается. Блин, ну я не знаю, ну давай уничтожь его, Рафаэль, хотя бы ты. Ну вот. Донни. Блин, они все под уклонением стоят, прикинь. Пробьешь, нет? Ну когда, какой ты там пробьешь, блин? Ой-ой-ой. Пока, ребята, у них будет вот эта уклоняшка стоять, мы ничего, походу, сделать не сможем. Да какого ты промахиваешься-то? Я не понимаю вот этого вот. Все промахиваются. С чего вдруг? У нас... Ну, давай хотя бы ты. Нормально. Я не знаю, что с этим делать. Надо прожаривать его как-то. Или что с ним? Что с ним сделать можно? Одни промахи, ребят. Ну, Хан, давай. Отлично, хотя бы попал. Добьем? Есть. Так, и Рафаэль что? Рафаэль делает баф на себя. А нас замедляет. Паршивица, ты посмотри. Да ну. Слушай, ну это бой напряжный был. Напряжный, ребята. Прям вообще. Нифига себе, я не думал, что мы так зависнем здесь. Мы просто промахивались. Вообще попасть не могли. Так, четвертое место. Ладно, не будем больше так прикалываться. Будем брать, наверное, все-таки какого-нибудь чувачка посильнее. Раз, два, три, четыре. Чтобы он нам помогал в этом деле. Ну, пускай сейчас будет в данный момент Карайка. У нее нормально кунайчики заходят здесь. Ну что, поехали. У них хил есть? Есть. Будем надеяться, что он не доживет до хила. Давай, саблезуб, отлично. Этот снимает дебафы, которых нету. Этот делает ускоряху. В общем, все хорошо. Давай щитом. Нормально. Как Капитан Америки прям. Щит бросает. Теперь шипы. И добивка. Вот так вот. Хотя Крэнк, он был... Ой, Крэнк. Этот, как его? Вот, блин, ё-моё. Короче, он был весь забафанный, ты видел, да? Макман. Весь забафанный, там, к нему не подойти было. Но Карайка его победила только за счет того, что она была 70 уровня. Так, ну что, нам не дают выше, да, получается? 15-19 это наш предел. Беру кожеголового. Раз, два, три, четыре. Кожеголовый, 73 уровень, ребята, уже имеет 73, может быть, сегодня даже повысим его на 2 уровня. Будет еще круто, будет 75. Так, ну-ка бросаем, чтобы не хилялись. Особенно Кирби, чтобы не хилял. Четко, ну согласись, прекрасно, ребята. Кожеголовый бомбит. Я не спорю, у противника был уровень намного слабее, чем у нас. Но мне нравится именно вот эта суператака, когда он кувырком так катится. 56 место. Окей. Дайте мне, пожалуйста, 15-20. Ну, пожалуйста. Не хотите, да? Ладно. Не хотите, как хотите. Я тогда возьму Джастина. Так, подожди. Ну, я надеюсь, Джастин, блин, 80 уровня переплюнет все-таки 49-х. По инициативе. Сможет сделать атаку первым.
Так, черепки. Понятно, это Рафаэль. Прикинь, Рафаэль сходил. Сейчас сходил Майки. И еще один Майки. И только после этого идет Джастин. Какой же он все-таки, а? Медленный, очень медленный, ребят. Я не знаю. Ладно бы он был бы хотя бы сильным, но он слабый сам по себе. Еще инициатива никакая. В общем, Джастина я вам не рекомендовал бы прокачивать в первую там очередь. Серьезно говорю. Так, ну что, раз, два, три, четыре. Четыре черепашки плюс возьмем Ваньку. Ну, скажете многие, ну зачем ты так делаешь, издеваешься над ними? Ребят, ну а как по-другому-то? Фейлиться тоже не хочу, поэтому приходится вот так вот бомбить. Не давая им шансов вообще на победу, ни малейшего просто. Чтобы они даже о ней не думали и не мечтали. Ну что, Сёгун, две звездочки у нас сейчас будет в кармане. 15-20. Возьмем Донателло. Да, я думаю, что здесь Донателло одного достаточно будет. Возможно, он всех, конечно, не убьет сразу, но покалечит. Причем серьезно. Проверим. Ну вот, об этом я и говорил. Эй, что это такое было? Что это за вафельный рожок ты тут устроил, дружок? Все, победили. Ну что, Лига Сёгунов, две звезды у нас в кармане. Поэтому переходим. Хотелось бы, конечно, сегодня приблизиться к Лиге Мастеров. Потому что, ребята, два дня у меня будут рабочих. Естественно, играть не смогу. И на выходном уже только будем делать подрыв. Так, давай возьмем Шреддера. Вот так вот, погнали. Шипы. И все, что ли? Ну, понятное дело. Против Супер Шреддера лучше, как говорится, не взбухать. Шестьдесят третье место. 63-е, еще поединок будет 50-е. Так, давай-ка попробуем 15-21. Угу. Нам дают только пониженную. Ух, твою налево. Было, ребята, было 16-21, я видел. Так что можно попробовать. Во. Ну тут Майки, значит берем Армагона. Раз, два, три, четыре. Опять же, Армагон сможет победить Майки? Я имею в виду сразу ушатать с одной плюшки. Если нет, то беда будет у нас. Проверяем. Смог. И не только Майки, он смог вообще всю команду вражескую в пух и прах стереть. Значит, мы продвигаемся дальше. Это получается 39-я позиция. Угу. Ну, давай возьмем Макмана здесь, что ли, я не знаю. Макмана. Мы еще до сих пор, ребята, 50. Слушай, Макман один не справится, мне кажется. Вот так придется делать. А сейчас заодно и посмотрим, инициатива у кого там больше, у Макмана или у Змейковьюна. У Макмана. Сможет он вырубить? Видишь, не смог. Все-таки оставил он двоих в живых. Причем, я, честно говоря, думал, что пойдет следующим Змейковьюн после Макмана в атаку. А пошла у нас лисичка Лапекс. Вот такие вот пироги. Ну что, 16 место. 16-21. Так, я беру Бакстера. Раз, два, три, четыре. Ну, у Бакстера две замечательные атаки, суперские есть. Я думаю, начнем с волны. Ох, как хорошо.
Блин, Лео все подпортил, а. Он снял, ребят, наш дебаф. Что-то сейчас будет. Ай. Белочки, помогайте. Бурундучки, белочки. И давай так, наверное, веером. Отлично. Почему именно вееру у этой, у Эйприл? Нет, я помню в мультике, когда она искала свое это, свое предназначение в виде оружия, именно веер ей подошел. Но почему именно веер, я так и не понял. Ну что, друзья, мы уже в сегунах 3 звезды. Шикарно, 96-я позиция. И у нас еще есть персонажи, которыми мы можем играть. Ох, я тебе скажу, даже очень много персонажей у нас еще есть. Хм. Приблизимся, значит, мы с тобой к Лиге Мастеров. Одна звездочка. А может быть, даже и возьмем. Так, тут порвали мы всех. Интересно, возьмем или не возьмем? Мне кажется, возьмем. Бойцов вроде бы... Сейчас посмотрим, сколько мы будем продвигаться. Так, с 96-го переходим на 76-ю. 20 ступенек. Это, получается, 5 поединков, да? Нам нужно. Раз, два. 5 поединков. Ну, не знаю, ребят. Хватит ли у нас бойцов на 5 боев? Ну-ка. Давай, Крэнк. Вжаривай. Постоянно перед любой атакой он потеряет свои эти лапки. Тут шикарно, конечно. Так, с 75-го должны перейти, по идее, на... Какой, на 55-й, что ли? Ну да, 56-е. Уже дают 16-22. Так, тут у нас... Майки. Ну давай, будем надеяться, что все-таки Усаги сможет здесь пробить плотную оборону. Тем более хитрица этого Микеланджело. Давай, руби, кромсай. Есть, есть контакт. Пробивай. Все. Рок, кстати, даже... Вообще никто из них ничего не смог сделать. Усаги влетел туда очень бодренько. Ну что, 38 место. 38 место. Дайте мне, пожалуйста... У нас же было 17-22. Не, может, меня приглючило? Нет, было. Только 16-22. Раз, два, три. Четыре, пять. Так, ну что, Железноголовый плюс Змея Карай. Зэк, естественно, со своими бомбочками. Так. Дальше. Шархан. Сплинтер, блин, ты достал, Сплинтер. Теперь Карайка. Ну давай защиту возьму, блин. Давай. И ракеты. И им крышка, да? Так точно. Мы вначале их просто задебафили, замедлили скорость там вообще там. Надо было еще этот броню с них снять. И, ну, в принципе, так нормально. Так, 20-е. 18-е. Все, по идее, сейчас должен быть последний поединок. И мы переходим в Лигу Мастеров. Раз, два, три, четыре, пять. У нас получается только лишь один. Хм. Один паук не отыгрывается. Поехали. Отлично. Так, этот иммунитет вешает. Хитрец. В ответку получаем, да? Что бы нам сделать-то? Так, Тимати, придется на тебя брать провокацию. Уж извини, брат. Ты уж меня извини, но так надо.
Ай, массовая. Нам бы хильнуться. Давай, Шреддер, хиляй команду. Спасибо. Пробьем. Красавчик. Красавчик, Тимати, добил все-таки его. Ну что, ребята, это дает нам проходной балл именно для следующей лиги. Да ведь? Да. Лига мастеров. Круто. За два дня мы уже в Лиге мастеров. Я считаю, что это хорошо. Так, ну а теперь пойдем на испытание, ребят. День Дони. Так, тут у нас, ну, ничего хорошего нету. Так, эта команда меня не совсем устраивает. А здесь вот, вот это уже другой разговор. Так, Дони может быть убрать. Нет, Дони мы оставим. Ну что, поехали зарабатывать. А жетоны? Это все делается ради жетонов, ребят. Понятное дело, что тут автобой. Понятное дело, что первые там я... Да не то, что первые, вообще все это событие можно будет пройти, мне кажется, на автобой, потому что бойцы сотого уровня. Причем тут у нас есть абсолютно все. Есть дебаф, есть массовые атаки, есть хил, есть баф. Да все что угодно. Единственное, что проходить это событие полностью я, наверное, не буду. Встанем где-нибудь на кубках. Точнее, не кубки, а где будет разыгрываться около 30 жетонов. Я думаю, что этого будет достаточно. Потому что выше нам подниматься, ну сколько там, 35 максимум, по-моему, здесь. В данный момент, вот в этом поединке у нас будет разыгрываться 20 жетонов. 20 жетонов это мало, конечно. Вообще никуда не годится. Три волны. 20 уровень противников. Естественно, проходится опять же все на изи. Тыдыч. На тебе. Как же меня эти грибы раньше вымораживали? Да они меня, в принципе, и сейчас вымораживаются. Возьми испытание на Усаги. Он как раз там один вместе с этими грибочками. Как они вымораживают, а? Причем каждый гриб имеет свои эти способности. Кто-то дебафит, кто-то вешает броню, кто-то хиляет. Причем у них офигенные уклонения еще при этом. Так что вот они вымораживают в этом плане конкретно. Так, ну что, переходим на следующий. Там сколько будет у нас, 20 или 25? Вот, уже, ребята, 25. Ну, 25 кубков, это, конечно, мало. Даже заморачиваться не стоит. То есть мы будем с тобой тратить сыр. И мало того, что сыр, откаты. Точнее, телепорты. А телепорты у нас и так на вес золота. Мы их покупаем по 250 штук, но мы очень-очень много тратим. Кстати, знаете, что я забыл посмотреть? Накопили ли мы нужное количество мутагена для того, чтобы прокачать кожеголового? Что-то мы сразу с тобой рванули на это событие. Ладно, фиг с ним. После него посмотрим. Главное, не забыть. И потратим, наверное, пиццу всю, которая у нас там осталась. Тыдыч. Так, это был 30 уровень, да, врагов? Без доли сомнения, конечно же, проходят они. И давай-ка глянем, что там у нас есть дальше. Нейтрализатором мы зарабатываем. Сколько я не вижу. Так, ребят, ну тут уже 30. 30 жетонов будет разыгрываться у нас. Это какая-то у нас получается четвертая, да, битва. А их всего сколько? 8 здесь или 7? Почему никто из них не применяет суператаки? Я имею в виду массовые. Также было бы быстрее намного проходить. Тем более здесь практически у каждого есть массовая атака. Кого не возьми. Что Донни, что Лео, что Крэнк, что Армагон, что Бакстер. У всех есть. Но они почему-то предпочитают вот так вот бить по одному. Возврат урона, кстати, ты видел? Было, ребята, возврат урона сработал у Крэнга.
То есть пассивка периодически срабатывает. Ну что, Гранитор и Трек. Вот они, два брата-акробата. Поздоровались, типа, да? На! Сразу в труху. Пришли тут два деловых. А когда начинается игра такой черепашки, это один из них сразу, ребята, боссом становится. Он тебя выигрывает, да, ты, типа, отступаешь, набираешь себе команду и дальше с ним дерешься. Так, сколько? А, 8, ребят, 8 эпизодов здесь. Так, тут у нас уже, вот смотри, до сих пор 30-ка. То есть, если до этого по пятерочке прибавлялось, там, начинали с 20-го, 25, 30, 35 будет только через, получается, 2 поединка. Ну, ладно, ничего страшного, 4 волны, уж как-нибудь пройдут они у меня на автобое. Ничего страшного здесь не будет. Как, ребята, у вас погодка? У нас, слава богу, пока жара. Ну как, слава богу. Тут неделя дождей была, заливала все. А теперь жара. А в нашем климате, ребята, это не очень хорошо, потому что духота, кислорода не хватает. И вечно такой, знаешь, полупьяный. Вроде и не пил, а состояние дурное. Особенно, когда просыпаешься. Поэтому я очень люблю отдыхать на юге или в средней полосе. Особенно на юге. На юге я вообще не могу. Например, если здесь можно просидеть всю ночь, там, за компьютером или чем-то занимаясь, на юге, ребята, меня в 12 часов, да какой в 12, в 11 уже вырубает. В 11 вечера меня уже там рубит. Зато в 6 утра я как огурчик. Здесь же ты, блин, дай бог уснешь в 3 ночи, блин, и проснешься в часов в 12 дня с больной головой. Все, нехватка кислорода. Вот так вот. Климат такой суровый, северный, блин. Ну и плюс еще не забывая, конечно же, вредные условия работы. Пыль, шум, грохот, в общем, трэш полный. Так, ну что, хобана. Плюс вибрация, ё-моё. Так что, такое себе развлечение. Так, ну что, получается, у нас третья, да? Третья волна. Переходим на последнюю. И если там будет уже 35 жетонов, я думаю, что на этом мы, наверное, и закончим. Красавчик. Донни сделал все-таки массовую атаку. Не выдержал, да? Психанул. Ну что, показывайте мне, сколько у нас там выходит. Здесь у нас получается 35. Слушай, ну давай тогда, давай возьмем 40-ку. Фиг с ним. Пускай лучше 40 жетонов уже выпадает нам. Раз уж тут. Потому что в последней поединке, я больше уверен, тоже будет 40 жетонов. Так, ну, в принципе, выдержат они все. Но, как мы видим, уже вырубают они не с первого удара. Некоторые... Ну, зачем? Вот это вот, ребят, ну это не тупость ли, а? Крэнк, ну что ты сделал? Взял, потратил массовую атаку. На кого? На мелкого Крэнга? Не знаю. Так, ну что, здесь разберемся. Походу, здесь будет босс у нас, да? Два брата-акробата, Трек и Гранитор. Конечно, они здесь их сделали не очень классно. Вот именно вот в этой игре. Мне больше нравится, когда Гранитор с гранатометом, а Трек с пистолетом у нас. А здесь они просто какие-то два каменных голема. Без какого-либо оружия вообще. Ну, короче, по мультику они взяли, их сделали. По сериалу. Так, дебафчик. Минус. Эть. Нормально. Падает. Ну, здесь, естественно, добивает. Опять же, тратит суперудар, блин, на одного противника.
Вот здесь бы нам понадобился бы этот суперудар против этих хламонов двух. Явились, не запылились. Да-да-да, поприветствовали друг друга. Все, хорош. Один лавовый, другой электрический. О, Донни сделал нормально. Сразу защиту, красавчик. Прошарил. Этот тройной укус делает. Давай добивать. Молодец, Крэнк. Ну, Лео мог бы здесь, конечно, и массовую атаку сделать. Она бы тут, в принципе, не помешала. Отлично. Молодцы, здесь они справились. Вообще, ребята, я даже ничего не делал. Все, это на автобое все было. Ну-ка, смотрим. Блин, тут, ребят, 50 жетонов. Если тут 40, то тут 50. Но ты не забывай, что здесь и в сыре разница. То есть тут мы тратим 8, тут мы тратим 10. Ладно, я оставлюсь, наверное, на 40, ребят. Поехали. Ой. Так, куда же ты взял-то? Не то. Давай. Так, $3. Ноутбук Дона. Донателло Космос. Вот, 40 жетонов есть. Все, все, ребят. Ну, сыр кончился, понятное дело, почему. Так, а теперь нам нужно поднять уровень персонажа. 19, блин, а, наверное, не хватит нам. Нет, хватает на один уровень. Все, друзья, 74-й левел у нас получил кожеголовый. Забираем здесь награды и закругляемся. Так что, друзья, всем пока, всем удачи и до новых скорых. Подожди. До новых скорых. Я сказал, что мы еще потратим пиццу. Потратим пиццу, поэтому поехали. Ловушки для маузеров. 5 штук. Раз. Да. Раз и все, да? Два. Две штуки нашли. Все, пицца кончилась. Ну, теперь, ребята, да. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.